1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье на Ратове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он ставился во все руки гостеприимством и радушием. Соседи поминутно съезжались к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек, бастон с его женой Прасковьей Петровной, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну. Стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и следствием была влюблена. Предмет, избранный ей, был бледный армейский прапорщик, находившийся в куску в своей деревне. Само собой разумеется, что молодой человек был равным счастьем, страстью, и что родители его любезны, заметив взаимную склонность, запретили дочери о нем думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день виделись наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку. И она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем же. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться некоторое время, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников. И скажут им непременно: «Дети, придите в наше объятие». Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье, платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другой к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимой силой страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни сочтет она ту, когда положено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей, запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающих сердца. Она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мучения поминутно ее пробуждали. Отец останавливал ее, с мучительной быстротой утащил ее под снегу, бросал в темное, бездонное.
летела стремглав, с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с нею обвенчаться. И другие бессмысленные видения носились перед ней одно за другим. Наконец она встала пред необыкновенным, с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость, беспрестанные вопросы. «Что с тобою, Маша? Не больна ли ты, Маша?» Раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселую, и не могла. Наступил вечер, метель. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется. Стала прощаться с отцом, матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришла в свою комнату, кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться, ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. Кучера отправил.
отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать Иванна Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды было всего 20 минут. И едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, а крестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега. Небо свелось с землей. Пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную.
снеговыми сугробами, который час спросил его Владимир. «Да уж скоро рассветет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Двери петухи, и было уже светло, как достигли они жатвы. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидал он? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что там у них делается. А ничего. Старики проснулись, вошли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке, в байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на бате, подали самовар. Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать о Марии Гавриловне, каково ее здоровье, как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дедурно, но что ей теперь легче, и что она сейчас придет в гостиную. И в самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой, с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» — спросила Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчера угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру, нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма накануне ею написаны были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый семенер, маленький улан были скромны и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже по хмелю. Таким образом тайна была сохранена. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она посоветовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что видно, какова была судьба Марьи Гавриловны. Что суженого конем не объедешь, что бедность не порог, и что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Между тем барышня начала выздоравливать. Владимира давно не было видно в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье. Согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали, что Владимир приехал в армию. Это было в 1812. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. А
она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородино, она упала в обморок, и, боялись, что горячка ее не возвратилась, однако, слава Богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искреннюю горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний и поехали жить в Энское поместье. Thank you.
читала, как обе столицы праздновали возвращение войск, но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление всех местах офицеров было настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на холодность, Мария Гавриловна по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице, с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свое поместье, находившееся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенной задумчивости я оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала. Но поэт, заметив ее поведение, сказал: «Ну, если это не любовь, то что это?» Более его нежности,
более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки. Молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство, воображение. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он со своей новой опытностью мог уже заметить, что она отличала его каким-то образом. До сих пор не видала она ему своих ног и не слыхала его признания, что удерживала его робость, неразумность с истинной любовью, гордость или кокетство. Кокетство хитрого волокиты. Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приготовила развязку, самым неожиданным и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех, по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость. И черные глаза его с таким огнем устанавливались на Варе Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе в академии уже закончено. А добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывала гран пасьянс. Как Бурмин вышел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне, она в саду отвечала: старушка, пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать. Бурмин пошел, а старушка перекрестилась, подумала, а вот дело сегодня же и закончится. Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда, под рыбой, с книгой в руках, в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным, решительным объяснением. Случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открыть ей свое сердце и потребовал минут внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. Я вас люблю, сказал Бурмин. Я вас люблю страстно. Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания о вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала, прервала ее жизнь Мария Гавриловна. Я никогда не могла бы быть вашей женою. Знаю, отвечал он ей тихо, знаю, что некогда вы любили, но смерть 3 года сетований добрая. Милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения, мысли, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите, не терзайте меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но я несчастнейшее создание, я женат. Взглянула на него с удивлением. Я женат, продолжал Бурмин, я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли я свидеться с нею хоть когда-нибудь. Что вы говорите, воскликнула Марья Гавриловна. Как это странно. Продолжайте.
Я расскажу после. Продолжайте, сделайте милость. Сказала Марья Гавриловна, схватив его руку.